Грузди, вы где? Здорово, папа. Ты тоже, как я, за груздями. Да. Я за груздями поехал, а ты? Тоже, но ты велел маленькие собирать, а маленьких нету. А какие есть? Надо искать. Какие-то лепешки вот. Ты потрогал, может, это корова оставила, нет лепешки-то? Опа-на! Да, да, он хороший. Я и лепешечки пособираю. Он больно вкусный, лепешечка. Ну-ка. Опа-на. Опа-на. А грузди-то есть, друзья. Ха-ха. Вот они, они. Груздочки-то наши любимые. Ой, какие. Ой, какие. И даже маленькие. И средненькие. О, какие. Вот это да, друзья. Вот это мы опять попали. Ха, мы вас приветствуем. Приехали за груздями опять. Какой запах, обалдеть. Папа говорит, даже толкачки есть. А какой вкус у них, друзья, у груздей. В общем, папан попробовал. Аж пареный. Грусть. Кипятком обдает. Соли, масло туда. Обалдеть, вкус. Просто бесподобный. А мы раньше их и не знали, где они растут. А они, смотрите, какие красавчики. Ну все, начинается жара. Папан уже пошел по толкачкам. А я тут вижу еще грибочек. Какой-то, а ну-ка. А что это за гриб? Под березой, видимо. В общем, грибы здесь есть. Молодой березняк. Начинается груздевая охота. Что там, папа? Вот они. Накашиваешь? Какие ты велел, во. Покопаться, вот они. Ага, я вот сорвал тоже. Липецкие-то. Красавчика. Товарищи-то наши. Они вот такие собирают, благородные. А мы лепешки. Искать. Вот эти, вот такие вот. Где, у тебя тоже? Хоп. Вот я потерял. Опа-на. Я еще не нашел. Идеальные груздочки, друзья. Большие оставляем мне семена. Обалдеть, да? Обалдеть, еще обалдеть. Маленький. Вот еще, пожалуйста. А это вес или мы магазин? Мы попали до грузди. Магазин грузди. Обалдеть. Где мы? Что это за место? Березовый молодой лесок. Дает плоды. Смотрите, как грусть растет. Рядом толкачки молодые лезут. Груздика мы забираем, конечно. Смотрите, какой. Мясо. Целая баночка уже маринада. А лучше соленый, друзья. Какой же вкусный гриб оказался. Вот тут еще груздик. Вообще молоденький, смотрите. Это будет махнарыл. Лохматушки вон они есть. Толкачки пока оставляем. А то они от дождя, короче, вымокают сильно. Ну а груздики забираем. Тут должны быть еще. А поищем. Нашел, друзья. Фантастика. Смотрите. Все в груздях. Обалдеть. Смотрите, как они растут. Это какое-то чудо. Хороший. Я буду складывать сразу вот так. Опа. Хороший. Так, надо сразу смотреть маленькие. Маленькие, конечно, самые такие красивые. Хороший. Смотрите, большие. Грузди, они хорошие. Обалденные. Ой, свежак. Не самые молодые, но мясные. Вкус у них все равно хороший, обалденный. Вот они. Ё-моё. Сейчас я их наложу здесь. О. Ну вот этот перерожий, да. Вот. Вот этот. Хороший. Фантастика. А вот здесь, смотрите. Здесь молодые. Вот они, махнарылы. Красивый. Красавец. Эти груда целая. Тут все в грибах вообще. Как их отсюда вытаскивать? Вау.
Сейчас мы их вытащим. Вот он. Пожалуйста, смотрите, куча грибов. Вот, отломился. Молодой. Вот этот тоже старенький. А вот этот, друзья. Красавец просто. Вот так вот попал на кучу грибов. Ну-ка, сейчас мы их так вот разложим. Ё-моё. Рук, конечно же, не хватает. И снимать все. Во. Все. Сейчас. Чистоганы, друзья. Смотрите. Обалдеть. Отличная, просто отличная находка. Грибалочка мечта. Давно я уже мечтал грузить пособирать, друзья. Все время находил как понемногу. И наконец-то мы поняли, как они растут. Видите, возле березки. Пожалуйста, стоит. Красавчик. Вот видите, в нем водичка. Ой. Идеальный гриб. А вот тут я вижу еще молоденький, смотрите. Хоп-пана. Молодежь. Вот такая красота. И грибов у меня уже. О, я уже корзину наберу. Добавлю еще 3 грибочка. Нет, тут еще-то. Есть. О, как, смотрите, в траве. Может, кто наступил даже. Нормальный. Нет еще. Вон толкачки стоят. Я их сейчас не беру, потому что они мокрые после дождя. Вообще сегодня по прогнозу дождь весь день. Ё-моё. Но нам пофигу, мы все равно выехали. Грозди не дремлют. Запах-то у них. Обалдеть вообще. Супер грибы. Да вот они, смотрите. Тут рядышком еще куча. Конечно, надо было бы 3 дня назад сюда приехать. Они были бы еще помоложе. Ну и эти еще пока хорошенькие. Но вот этот уже большой, конечно, да. Этот тоже потемнел. Этот, ну, в принципе, потемнел. И этот потемнел. Вот один из этой кучи. Все, уже почти полная корзина. Вот таких мясных красавцев. Как вам такой размерчик? 30 сантиметров с лишним. 32 где-то. Ха! Вот это груздище. Куда грибы-то девать, друзья? Полная корзина, уже пакеты берем. Толкачки стоят кругом. Это нога от груздя. Ё-моё, грибов валом. Куда мы попали? Что за чудо-лес? Пнул ногой случайно, друзья. А это дубовый эвкалипт. Но ведь дубовики растут. Здесь же, в березах. Вместе с груздями и толкачками. Вон толкачек беленький. Вон, видите. А вот дубовик. Забираем. Заходим в лес. А тут нас встречают боровики. О! Синеет. Боровик коренящийся. Видите, как синеет. Ё-моё. Боровиковое царство. Вот еще один. Что за грибы, друзья? Пишите в комментариях. Нашли в поле. Да, друзья, тут просто клондайк. Вон они, ведьмины круги. Здесь уж плохие были. Здесь еще. Здесь я уже нафигачил. Тут толкачки. Вот молодые толкачки. Вот она. Груздевое счастье. Красота.
Сейчас добью и все. Надо идти в машину. Куда девать грибы, друзья? Надо идти в машину. Брать пакеты, что ли? Еще за груздями. Потому что битком корзина полная. Вот еще набрал, вот пакет полный. Где-то там идет папан, наверное, тоже полный. Вот это мы попали на грузди. Груздевое счастье, друзья. Ставьте лайки. А вот и папан. Выбрался. Все полное, да. Сумка не стала полной, но корзина полная. После дождя от травы сапоги полные. Сейчас с карасями вместе приеду домой. Фу, блин, надо. А когда едем, надо уже караси расплодят. Уходить, да, тут по сырой траве не разгуляюсь. Толкачик еще вот у меня. Еще и толкачик там собрал. Пакет там, да. Ё-моё. А здесь я брал зрелые и им подобные. Ё-моё, груздей валом, друзья. Фу. Все. Ну, переросли маленько, да, хороший, тяжело найти маленький-то, да? Ну, есть, да. Все, погнали, бинго попал. Бинго. Сейчас поплывем домой. Пойдем в машину. А может и домой. Ну что ж, пока такой грибной итог, друзья. Нафигачили груздей. Сейчас пойдем еще на один заход. Но уже только идеальные будем собирать. А сейчас набрали массу. Будем солить, мариновать, жарить, тьфу, шутил, и наслаждаться. Да, грузди, потому что шикарно. Все-таки мы зашли вообще в одно место, друзья. Ходили, ходили, не было. И вот смотрите, я уж начал резать, но видите, накромсал. А тут они попались хорошо, вон они стоят. Вон толкачик. А вот грузди. О, красавчик. Опа-на. Смотрите, какие идеальные. А, с дырочками. Кстати, кажется, что червивый. На самом деле, не червивый. Друзья. А, смотрите, дальше дырки есть. О, червивый груз попался. Именно в тот момент, когда я начал говорить о том, что они чистые. Но половинка груздя точно чистая. О, это оставим. Я все других порежу, вот этих. В общем, еще попали на груздя. Красота. Березочки. Спасибо. Папан, ну сколько можно-то уже? Когда ты остановишься? Жадность велика сегодня. Руки загребущие, вот, да? Не можем остановиться. Смотри, какое молочко-то драгоценное, смотри. Ё-моё. О, салатовое. Не взять, да, где ты салатовое молоко еще найдешь? Да их друзей только. Вот видите, еще маленький был. Вон он. Вот он, любимый мой родной-то. Вот. Ну, сам попросился. Ну-ка, что там, покажи, молочко есть? О, нет. Немножко этот. Вон он выделяется. Молочка надо надоить будет. Друзья, никак не уйдем из леса, но уже пора ехать, насквозь мокрые, все, пора сваливать, друзья, до новых встреч, мы все, уже время еще 11 нет, а мы уже обсобирались, во, грибов, куда нам больше-то их девать, сейчас насолим, будем солить сырым посолом, все, мы погнали, едем домой, сосновый бор, и возле дороги, смотрите, какие красавцы стоят. Зонтики. Вон они. Вот они, какие красавчики. Вот еще зонтик. И еще. Да, такими можно и полакомиться. Друзья, едем, значит, с груздей. Заехали в сосенки. Наши любимые. Глянуть рыжиков. А они есть. Чистый. Как будто второе дыхание. Все чистый. Да вот еще. Чистый. Вон еще маленький ползет. Трогать его не будем. Здесь. Не, нету. В общем, фантастика. Руку не помещается. Скользкие. А так вообще, смотрите,
О, уже сколько. То есть рыжики, вторая волна. Второе дыхание открылось у рыжиков по молодым соснам. Фантастика. Папан, тебе повезло. А что такое? Я нашел гриб, который ты захочешь съесть. Лобстер? Сосновый лобстер. Обалдеть. Красавчик. А мы знаем место, где они росли. А здесь тоже бывает, да? Да, видишь. Лобстер. Ой-ой-ой-ой-ой. Красавчик. Сыроедение готовится по полной программе. Я, может, конечно, столько не потянул, там у меня рыжики. О, неплохо, вот тебе еще лобстера добавил. А его можно ошпаренить? Я думаю, можно. Рыжики покажут. Друзья, в общем, рыжик есть, ну и грибнички есть. Но тем не менее, набрали немного. Классно. Второе дыхание рыжиков. Друзья, посмотрите, какие-то грибы попались в молодом сосняке. Вон они, кругом идут. Во. Лепестки какие-то. Во какие. Лимоном, что ли, пахнет? Понюхай, что там. Запах? Может быть, издалека пахнет лимоном. И вот они, смотрите, россыпь. Если кто знает, друзья, пишите в комментариях, что это за грибочки такие. Да, запах сильный. Интересно будет знать. Сильный запах, интересный. Вон еще туда они пошли, туда. Ну, необычный. Интересный запах. Очень. А вот и баринованная баночка рыжиков. Ху-ху.